Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите «Властелин колец» с модом Энарат. Сегодня у нас 2 на 2, в котором играли Evil Power, Хикара против Сени и против Призыва. Но прежде чем мы начнем, рекламка небольшая. Позвольте вам прорекламировать турнир по Энарату, который начнется довольно-таки скоро. Сейчас открыта регистрация, она продлится до 12 мая, ну или до того, как наберется 32 участника. Если вы хотите поучаствовать, то спешите, потому что людей уже много записалось. Ссылочку на это я оставлю под роликом. Поехали. Итак, нижняя у нас команда — это Сеня за Мордор и его тиммейт Призыв за Арнор. Верхняя команда — Evil за Арнор и... ух ты, ну зеркала получается, Хикара за Мордор тоже. Карта очень даже маленькая, я не могу вспомнить, к сожалению, ее название, но... здесь очень много всего вкусного, на чем можно навариться. Ну, во-первых, конечно же, аванпосты. По два аванпоста на каждую команду. Это позволяет очень много различных тактик делать. Например, один игрок может захватить оба аванпоста и выйти в какого-то раннего героя и кучу пехоты. Второй, допустим, может выйти только в конницу, то есть играть от дефа и саппортить своему тиммейту. То есть в попытаться одного кого-нибудь задавить вдвоем. На призраках можно очень быстро прокачать какого-нибудь героя. Нереально быстро. То есть здесь два призрака. Можно специально их не крепить, а просто сносить. Ну, то есть, в смысле, здание не сносить, а убивать только призраков ради прокачки. Также на миду есть еще 4 призрака, что позволит еще быстрее прокачаться. И один призрак охраняет таверну справа и такой же слева. Вот такие дела. Но, опять-таки, карта очень маленькая, поэтому здесь выгоднее всего рашить. Или даже не обязательно рашить, а именно рашить с застройкой. То есть загаживать территорию вышками, захватывать ключевые постройки и так далее. Давить противника прям с самого начала. Очень странно играет Хикара. Почему-то лесопилку ставит под крепостью, хотя вот как бы здесь полно места. Вполне себе. Правда, конечно, деревьев не густо так-то, но, возможно, даже стоило бы две лесопилки поставить здесь и здесь, но можно и одну, в принципе, можно еще одну здесь запихнуть, одну, допустим, вот здесь вот, на базе тиммейта и так далее. Ивол уже бегает своими мечниками, но, увы, его ожидают неприятности в плане призраков, хотя можно призрака обмануть, вытащить его на границу агро и даже мечниками убить. Главное делать это аккуратно. С другой же стороны, не обязательно их вообще трогать. Можно пробежать мимо, что он и делает. Небольшие войска Хикара уже пытаются крепить. О, пардоньте за этот звук. Один аванпост захватили, второй аванпост его не стал забирать. А вот Призыв захватил оба аванпоста, то есть реально нижняя команда играет так, как я предсказывал. Сеня играет в конницу для саппорта, а Призыв играет... ну, сейчас посмотрим, что он играет, может быть, он еще не накопил деньги. Но должно быть, у него очень много всего. Он еще и забрал крипы. Может, он уже заказал какого-то героя? Я вот, например, не вижу, на что он все эти деньги должен был потратить. К тому же еще и хижина с хоббитами. То есть еще немножечко денег дополнительно капает ему. Кстати, на такой карте это довольно-таки выгодно, потому что места-то мало. А это здание не мешает другим фермам деньги приносить. То есть 30%, точнее даже нет, больше половины фермы, да. Получается одной. Выход в конницу, вот это уже не согласовано. Сеня потерял всю свою конницу, наехал на копейщиков. И, кажись, у Ивола больше всего. Но почему-то Хикаро не захватывает. Стоп, я же правильно
Да, правильно. Хикара не захватывает аванпост. То есть верхняя команда сейчас очень сильно тупит. Может, они не договорились. Я так понимаю, что Evil оставил своему тиммейту. А тиммейт затупил и не захватил. И получается, что Evil тоже затупил, потому что не обратил на это внимания. Видимо, ожидал, что все будет нормально. Мог бы себе это забрать. Получается, что Evil сейчас в меньшинстве находится. У призыва больше денег. Один аванпост лишний — это огромный буст экономики. Сеня ставит землю еще призыву. Хотя, вообще на самом деле хрен его знает. Нет, нет, это не Сеня. Это поставил как раз таки Хикара своему тиммейту землю. Сейчас посмотрим. Стоп, почему они светились тогда? Я был неправ. Окей, да, это Сеня саппортнул. Видимо, войска Ивела светились, потому что он варчант проюзал. Тем не менее, ему удалось затащить. Хоть убейте, не понимаю, куда потратил все деньги призыв. Где его герой? У него меньше войск, чем у Ивела, который живет на меньшем количестве зданий. И у него нет героя. Ну, Картен не считается, конечно же. Очень странно. Сеня идет саппортить. И теперь Ивелу надо отступить, потому что он рискует потерять много войск. С другой же стороны, возможно, он надеется, что его тиммейт сейчас затащит, но я вижу, что у Хикара войск очень мало. Он вышел в Готмага, пытается забирать призраков, у него есть некромант. Я бы советовал прожимать постоянно бесконечные полчища, потому что это работает на тиммейтов тоже. То есть он бы мог бы Ивелу сейчас сильно помочь. Стелится земля. Землю стелит Ивел. У него теперь выживаемость пробущена. Но я вижу, что войск он потерял неплохо так-то. Все-таки Сене выгоднее здесь сражаться, потому что он может войска подстраивать. Ивел же этого сделать не может. Конница призыва. Покоцанная, но немножечко все-таки проблем она Ивелу доставила. Наконец-то подошел Хикаро. Начинает душить экономику Сени. И призыв должен ему помочь, но... Что происходит, я не понимаю у него. Погодите-ка. А, призыв ливнул! Офигеть. Ну, это все меняет, то есть Сеня в одиночестве остался. Вот почему призыв тогда не построил героя. Он, видимо, был АФК и в итоге вылетел или просто ливнул. Нет, скорее всего, вылетел, потому что если бы он ливнул по-нормальному, то его бы все здания разрушились, а так они остались под командованием Сени. Ну... В такой ситуации все еще можно выиграть, на самом деле. Ему всего лишь нужно одного удачно задавить, то есть накопить хорошую армию, которую он может накопить, у него куча денег. Давайте смотреть за ним. Он вышел в баррикаду. На этой карте это хорошая идея. Это замечательная даже идея еще и в землю играть, потому что здесь мало территории. Соответственно, война будет в основном на один фланг. Ну, вряд ли он сможет защитить эту территорию. Я бы на его месте отдал бы эти здания все. Возможно, там пару вышек построил, чтобы замедлить противника. И просто дрался бы здесь. Его задача просто разменяться. То есть, если Evil будет сносить базу, бывшую базу призыва, а Сеня в это время снесет Хикару, то у него будут шансы на победу. Если же Evil будет работать хитрее и будет сражаться с армией Сени... Или же пытаться сносить его базу. Тогда у верхней команды будет больше шансов, и они могут победить. Ну, увы, Ивел расслабился, он, видимо, думает, что уже все. Матч как бы для них выигран, и поэтому он проносит здание. Минус катапульта. Хикаро давит, неплохо так давит. Ему удалось разбить армию Сени. Но не всю. Да, все-таки глашатай от Сени и Назгул, кажись, тоже. Да. Ух ты, это не... А, это король-чародей.
Благодаря тому, что ливнул призыв, у Сени открылись новые герои. Вот оно как. Ну, теперь все ясно. Правильно он сделал, что поставил вышку. Я не уверен, что он сможет это все пронести. Но, с другой стороны, у него есть глашатай, и можно попытаться отправить его сюда. Если он прокачает 4 уровень, а это не так уж сложно на самом деле, то можно закинуть раздор, и войска Ивала загрызут сами себя. Но все-таки ему выгодно сейчас попытаться спасти эту крепость. Так, появляется дебаф. Я бы еще советовал ров грейдить. Ров тоже дебаф дает. Ну, сейчас, конечно, это уже не нужно, но если без Назгула будет защита, то было бы полезно. Ивал испугался, хотя мог бы добить крепость, кстати. Вполне себе. Тут нечего бояться, у него войска посильнее. Их больше даже. Плюс у него есть конница. Катапульты особо-то тоже вреда не нанесут, они просто саппортят. К тому же у Ивала есть еще и план Б. Засады из копейщиков, которые принесут катапульты. И у Сени прям большие проблемы. Правда, у Сени много денег. И эти деньги я бы советовал бы потратить. Вот сейчас, конечно, грустная ситуация. Есть шанс потерять этих героев. Они прям в толпе тусуются. Потеря глашатая будет большой проблемой. Но Ивал решает не добивать. Ну, опять-таки, ошибка от Ивала. Легко можно было двоих этих героев убить. Но он этого не сделал, и Сени их спасает. Теперь минус крепость уже точно. И, в принципе, минус все эти здания. Начинает Сеня на базе отстраиваться. Денег, конечно же, навалом. Так, второй тир от Хикара. Да. От Хикара пытается подкрестить немножечко лучников. Сеня ставит баррикаду. Опять-таки, разумеется, это ошибка. Надо было ставить баррикаду сразу же, как только она появилась. К этому времени она вполне возможно, что могла бы уже откатиться. Она быстро откатывается довольно-таки. Скилл полезен. Так, Ивал пронес всю эту территорию. Я бы, кстати, захватил бы, наверное, вместо сноса. Ну, хотя, в принципе, и то подходит. Выход в Молоко. У Ивала, между прочим, где-то там огрызки копейщиков были. И Арафант, ему нечем сносить Молоко, но с другой стороны у него клинки Запада, я вижу, что светятся войска. То есть, если Молок неаккуратно зайдет и кто-то будет его бить в спину, то они его загрызут легко и быстро. Но если же Сеня будет нормально контролить, то Молок может разобрать всю эту пачку. По всей видимости, Ивал это понимает, пытается спастись. Это, возможно, минус Арафант. Ивал пытается обмануть Сеню, сейчас в спину начинает бить Молока, но Сеня понимает, что это байт. Молок отходит, кидается раздор, и, в принципе, Ивал потеряет сейчас всю свою армию. Ну вот снова страшный момент для Молока, но хватает ему все-таки выживаемости и урона, чтобы добить практически всех воинов Арнора. В это время Хикара кашет. Мог бы помочь своему тиммейту, но, видимо, тоже расслабился. Видимо, думает, что это уже победа для него. У него есть Молок. Все не нужны копейщики. Кстати, они есть, но мало. А вот еще есть. А в принципе, слушайте, этого достаточно будет. Под Готмагом этих сил достаточно, чтобы убить Молока, если только получится его заблочить, чтобы он не пробрался к ним. Землю еще можно постелить, вполне нормально. Юзается ярость Молока Сени. Его начинает фокусить, и это сейчас будет минус Молок. Правда, Сеня фокусит Молока своего оппонента, и в принципе результат таков же. Молок на Молока равно сложно. Ну, а вот это, кстати, расточительство. Все-таки, как по мне, Сеня здесь выигрывал эту
катку. У него более такой слаженный стак войск. И я бы на его месте... Стоп, это чужой, что ли? Назгул. А, это Назгул Хикара. Покоцал так нормально. И барабанщик тоже Хикара, я его не заметил. Так вот, я бы все-таки третий тир оставил бы на Ивола. Было бы так неплохо покоцать его, когда он придет снова атаковать. У Ивола уже есть Исильдур, у Ивола есть Аранарт. То есть Ивол нацелился на снос вражеских героев. Ему только надо их прокачать. Немножечко этих двух парней. Аранарта хотя бы до третьего уровня. А вот и сила как можно больше. Снова мало войск у Сени. Заказывается много копейщиков. Погодите, это сабфракция, что ли? Да. Сеня вышел в сабфракцию Киритунгал под баррикаду, по всей видимости. Но вышел поздно, потому что здесь лучники остались. То есть он, видимо, сначала призывал баррикаду, а потом взял сабфракцию. Выход в Молока. Ивол сносит аванпост. Тоже выход в Молока. Молок тут уже прыгать может. Неплохо. У Ивола, кстати, маловато сил. Ему бы лучников построить каких-нибудь. Ну, хотя, с другой стороны, теперь копейщиков достаточно, чтобы Молока убить. Плюс, если учесть, что сейчас Сеня вынужден на два фланга сражаться, может быть, все получится. Непонятно. Итак, снова ярость врубается. Все фокусят Молока на агрессивке он. Ну, не знаю, я бы, конечно, попытался как-то аккуратнее им воспользоваться. Что, в принципе, сейчас Сеня и сделал. И самый момент такой, прожимать прыжок сейчас. Даже разменяй ты его на всю эту армию. Это было бы выгодно. И Молок прыгает. Офигеть, 7-й уровень сразу же. Минус вся армия Ивола. Пытается сейчас Аранарта добить Молока, но ему это не удается. Копейщики Киритунгал его загрызли. Надо забирать тролля в тыл, чтобы он хилился. И он наезжает на копейщиков. Минус. Минус ветеран Молок. Как же грустно. Тут, правда, еще были рейнджеры. Может быть, это они его убили. Я не совсем понимаю. Сеня выбирает все обилки первого тира. И глазик, и темный властелин, видимо, чтобы качаться быстрее. Некромант уже около 5-го уровня. Еще немного, и кое-кто сможет сделать из короля-чародея короля-чародея. То есть дать ему костюм. И это будет супер выгодно для Сени, потому что у него появится сплэш, как у Молока. И при этом герой, который не умирает так быстро, как Молок, от всяких там лучников и копейщиков. То есть будет жесткое такое подспорье для него. 8-й уровень тем временем глашатая. Появилась безнадежность. Можно теперь накинуть опять-таки на вражеского Молока. И его еще быстрее и легче можно будет убить. Ну или же просто на любого героя вражеского. Ну, можно, конечно, и на армию, но я бы этого не делал. Появился костюм. А как он так... Честно, я не понял, как он прокачал сейчас быстро некроманта. И Сеня сразу же допускает ошибку. Почему-то летает своим королем-чародеем без хп по рейнджерам. И сразу же свое самое большое преимущество просирает. Вот никаких слов в русского языка не хватит, чтобы сейчас передать всю мою грусть. Ну как же так? Зачем? Он же сплэшом бьет в ближнем бою. Просто высади его и все. Он же всех порешает. Какая грусть. Тем временем, Некор практически 6-го уровня. Напоминаю, чем больше у него уровень, тем сильнее он дамажит. И на 10-м уровне Некор это прям машина для убийства. Сеня решил восстановить себе один аванпост. Хитро, хитро. Но войск у него, конечно, не густо остается. Рейнджеров у Ивола слишком много. Плюс еще и Хикара помогает. Некор Сени тусуется. Что происходит, я не понимаю. Глашатай Хикаро. Назгул тоже Хикаро. А вот почему нет некроманта у Хикара, тоже непонятно. Вроде шпиль есть. Может, я просто его не заметил.
Да уж, но у Сени, конечно, большие проблемы. Лучников слишком много. Минус некромант Сени. А вот некромант Хикару. Второй уровень. И Сеня потерпел поражение. Вот такой вот реплейчик. Неплохой. Надеюсь, вам тоже понравилось. Всем спасибо за внимание. Как обычно, в описании под роликом вы можете найти информацию о том, как скачать эту игру, как играть по сети, куда скидывать реплеи и так далее. Кроме того, если вам нравится мое творчество, вы можете поддержать меня и стать спонсором этого канала. А на этом у меня все. До свидания.